В Архангельской области появятся центры за справедливость в ЖКХ. Их главная задача – соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. Уже в начале лета первые центры под патронажем депутата Государственной Думы Ольги Епифановой начнут работать в крупных городах региона – Архангельский, Северодвинский и Новодвинский. Оказывать помощь жителям области будут профессиональные юристы, депутаты, а также специалисты в сфере ЖКХ. Что касается ЖКХ, в нашем регионе это просто беспредел. Про аварийное жилье говорится очень давно, и фактически ничего местными властями не делается. В мою приемную, в приемную наших депутатов идет огромный вал писем. По нашей статистике 92% обращений касаются именно ЖКХ. Это и тарифы, и плохое состояние домов. Большую очень роль мы будем отдавать непосредственно консультированию, для того, чтобы люди разбирались и сами могли тоже впоследствии решать все вопросы и проблемы с управляющими компаниями и с местной властью. В Республике Коми этот проект реализуется уже год. Центр защиты прав граждан у наших соседей полностью себя оправдал. В него обратились сотни жителей, причем каждому пятому из них удалось помочь.